Привет, мои дорогие. Очень долго меня не было на канале. У меня все нормально, слава богу. Все хорошо. Просто, честно говоря, не было ни времени. В основном времени не было снимать. То я сначала была занята мастер-классом, а потом друг за другом дела. Записываю мне маленькие такие кусочки видео, что готовлю, что делаю. Потом нужно собрать в одно видео, монтажировать видео, и понимаю, что ну уже это старое, вот уже время прошло вот этого видео, и уже как-то, ну не знаю, не до этого, и все вот эти кусочки видео, полный телефон видео, и я вам ничего не собрала и не сделала уже сколько времени. Ругаю себя, что забросила своих подписчиков. Очень приятно получать ваши сообщения, очень приятно читать комментарии. Сегодня получила такой комментарий, такой добрый, ну, вообще прям прослезилась, думаю, господи боже мой, надо же, а я такая нехорошая редиска, вот я вам не снимаю видео, так что думаю, нет, вот прям сейчас сегодня я возьму, сниму, вот что сниму, прям вот так закину, пусть будет хоть такое видео, пока я заново раскачаюсь и начну делать свои частые видео. У нас вот такая весна, все расцвело. Я вам не показывала ни наши почки. Как только-только начали у нас цвести деревья. И сейчас я вам покажу, поверну камеру, покажу мои тюльпанчики. В этом году раскрылся один из тюльпанов, который у меня первый раз раскрылся. Этого цвета у меня до этого не было, но он, как бы, я его посадила, но вот первый год, как он у меня зацвел, вот так как в горшках цветочки у меня, из-за этого тюльпаны, из-за этого там цветы не всегда дают, места им мало, вот весна, и вот я такая конопатая. Сейчас я вам поверну камеру и покажу. Да, поверну камеру, и телефон отключился. Как всегда, не получится из одного кусочка, но ничего, ладно. А вот пчелки роются, работают. Вот наши тюльпанчики вам покажу. Это беленький тюльпанчик от того, что он, посмотрите, в серединке посажен. Видно, луковички, места много. И он спокойно вот поднимается, рост его, посмотрите, какой красивый. Этот тюльпанчик у меня тоже не первый год, вы его видели, у меня даже заставки видео вот с этой картинкой, такой бело-розовый. А вот этот фуксия, ну просто изумительный цвет, он у меня раскрылся в первый раз в этом году. Цветы я сажала, луковички сажала разных цветов, я покупала, я так ждала желтый, когда раскроется. Желтый пока у меня, ну, нету. Вот здесь еще один бутончик, но он уже видно, что его, вот видите, красненькие конечки, красненькие, вот. Так что здесь были разные цвета, я по две луковички тогда покупала, насажала. Вот здесь у меня растет миндаль. Это я миндаль закопала, чтобы муж сказал, потеряется у нас на огороде, закопай, посади в горшок, когда выйдет, будем знать, где это вышло, потому что на огороде ни у кого нет времени убирать и чистить постоянно. У нас целую неделю дожди, и то, что я вот почистила на своем участке, сейчас я вам покажу, вы увидите, что все опять заросло. Вот эти розочки я сегодня как раз уже все надо все вытаскивать, ничего здесь не получилось, и здесь не получилось, я под бутылку сажала, и вот эта розочка принялась, как посмотрим, что будет дальше. Ни один из нарциссов не дал цветочки. Ну, в общем, надо пересаживать. Жалко луковички. Они просто как травка. Вот так я хотела, думала, будет так красиво украсить у себя во дворе, чтобы положить на лесенки там, положить вот около
дома красиво, но не получилось. Моя желтая розочка, здесь их бывает очень много, они такие миленькие-миленькие, но очень красивые розы у меня. Я вам показывала, по-моему, когда я их состригала, обрезала розочки, и сейчас они вот уже принялись нормально, все, слава богу, я боялась очень, но все хорошо, видите, какой хороший куст. Этот куст мне не нравится, не знаю, что с ним, ну вот как будто болеет, что ли. Вот, принялся новый куст, абсолютно новый, сажала осенью, но там такое корневище было, мои дорогие, так что это не приняться не могло. Вот эта белая розочка, тоже новый житель у меня в саду. Когда я сажала, я не помнила, что нарциссы у меня вот куда дошли. И я почему-то думала, что здесь они заканчиваются. Вот. Мои нарциссы тоже отцветают. Вот видите, сколько работы полоть и полоть. А это уже все было почищено. Ну и здесь у меня под бутылочками тоже розочки. И вот видите, и пожелтели почему-то, и зеленые вот листочки есть. Так что, в общем, новые жители будут, как понимаю. Давайте вам покажу наши деревья. Я знаю, есть кто любит смотреть все это. Особенно те, кто живет в многоэтажках, вам, я знаю, не хватает ни свежего воздуха, ни зелени. Ой, а у нас прелесть. Выйдешь во двор, и счастье есть. Вот, возьмешь чашечку кофе, чашечку чая, и вот оно счастье. Это, кстати, черешенька, красная черешня. Вместе собираем каждый год вместе с вами. Вот, это белая сирень у меня. Вот, очень много там наверху бутончиков, так что будут цветочки. Вместе с вами будем собирать, мои дорогие. Это слива. Ну, очень красивые цветы, очень обожаю этот сезон. Мне кажется, это самый красивый сезон, когда начинают цвести деревья. Ну, когда это все вообще становится зеленым, это будет вообще красиво, конечно. Ну, а сейчас это цветочек и цветочки. Да, это кизил. Я вам его показывала. Он зацветает первым. Самый первый был весь в желтеньких, таких ярких цветочках. Погода у нас такая поскакала, плюс-минус, плюс-минус. И посмотрим кизил, что будет с кизилом. В прошлом году кизил нам кот наплакал, было у нас. Так что посмотрим, что в этом году. Это тоже моя черешенька красная. Кстати, это первая белая черешня, а следующая красная. Ну, цветочки похожи друг на друга. Давайте я вам покажу грушу. Груша просто... Ну просто невеста, красавица. Посмотрите, как это красиво. Это очень красиво, мои дорогие. Очень. Очень хочется передать всю красоту. Но камера, конечно, так не передаст. Смотрите, цветочки. Тут красота просто необыкновенная. Вот ветерочек уже поднялся. Видите, это тоже груша. Муж очень любит груши. Но и не только муж. У нас дома груши любят, по-моему, все. Вот. И он посадил, ну вот у нас сколько, 3 грушовых деревьев. Ну ни одно нормально нам груши не дает. Вот он черешню любит и груши. Все, что любит, все это и сажает. В этом плане он молодец. Домашний. И любит все. Вот. Все в дом, все в дом. Вот деревья. Постоянно.
что-то новое принесет, посадит. Правда, уже и места нету, куда сажать. Но вот вишню, из которой я делаю каждый год с вами вместе ликер, ну вот, она ему не понравилась, он ее срубил, сказал, очень мало вишни. Не нужна нам такая вишня. И там еще было одно дерево. Ну, конечно, я поворчала, но он сказал, нехорошие деревья. Не знаю, я из одного компот закрывала, а из этого был ликер у нас дома. Ну, теперь пусть покупает, чтобы я закатывала. Вот это, посмотрите, яблонька. Девочки, запах яблоневого цвета. Это, ну, кто знает, это просто нереальный аромат. Вот я в Инстаграме сегодня тоже рассказывала, так как у меня окна выходят вот сюда, на эту сторону. Вот открываешь окно, и вот этот аромат от яблони. Вот когда цветет яблони, это особый аромат. Так что это что-то очень приятный, очень обожаю этот запах. Кстати, кто не подписан у меня на Инстаграм, подписывайтесь, я там почти каждый день бываю. Во всяком случае, так же как Доброе утро здесь, я обязательно Доброе утро посылаю всем инстаграмщикам. Но там немножко оно отличается. Я перестала делать букеты. От меня все ждут чашечку моего фирменного кофе. Так что мое утреннее кофе каждый день свежее. Я делюсь с моими подписчиками в Инстаграме. Подписывайтесь и будем там постоянно просто на связи. Вот. А здесь посмотрите. Ну, видите, как Бог нарисовал. Ну, самый лучший художник. Краски просто, да, нереальные, скажите. Это красная черная смородина. Красная. Я мечтаю о красной смородине. Очень хочу, я ее очень люблю. Она и полезна, и тортики украшать ей. Это просто красота же. Ну, просто очень красиво. Люблю все эти краски. И это время года. Хоть давление и скочит, но что делать? Все просыпается. Вот такая красота. Мои хорошие, сегодня я вам наснимала красоты, вот солнышко уже вышло. Желаю вам всем добра, любви и мира, мира, мира. Я уже устала об этом говорить и просить Господа нашего. Всем мира, мои дорогие, всем здоровья и терпения. Всех обнимаю.